Для находчивых предпринимателей и владельцев игорных салонов с недавних пор наступили не самые лучшие времена. В большинстве регионов страны игорный бизнес объявлен вне закона. Однако находятся жадные до легкой добычи люди, которые тайком, иногда в подвалах, выставляют игровые автоматы. Некоторые, наоборот, работают на показ, однако обзывают свое заведение, к примеру, клубом «Лото». Но все же сотрудникам милиции удается выявлять эти злачные места. И когда судебное решение об уничтожении изъятой техники вступает в силу, тогда и происходит долгожданный для многих момент – уничтожение игровых автоматов. Решением арбитражного суда Брянской области было вынесено решение о наложении штрафа в отношении одного из предпринимателей Брянской области и об уничтожении самих игровых терминалов, что вы здесь видите. Предприниматель обратился с апелляционной жалобой в Тульскую область, то есть вышестоящий арбитражный суд, по решению которого было отклонено. Действия сотрудников признаны правомерными. На свалке ненасытные игровые автоматы уже ждал тяжелый экскаватор. Под тяжелым весом ковша игровые блоки трескались, как фанера. И хотя может показаться, что эта операция лишь капля в море, брянские милиционеры уверены, что со временем удастся изобличить все подпольные игорные заведения. Кстати, в данный момент огромное количество игровых автоматов ожидают своей нелегкой участи. Решения по их уничтожению рассматриваются в судебном порядке. Ежедневно, за это хотелось бы сказать большое спасибо жителям города Брянска, сообщается и через систему интернет, соответственно, через дежурные части, мне напрямую на телефон о возможном нахождении игровых аппаратов на территории города, в том числе и области. Незамедлительно направляются, создаются мобильные группы. Это стоит на особом контроле у руководства Брянской области и, соответственно, руководства УВД города Брянска. Остается добавить, сигналы от жителей о возможной незаконной игорной деятельности позволят милиции оперативнее искоренить подпольные казино. Игорь Мерчук, Игорь Сусло, события, Брянский район.